Так, вопрос, едят ли в Германии сырое мясо? Отвечаю, конечно, едят. Смотрим, говяжий фарш раз, говяжий фарш два. Вот. Это мед. Вот свиной. Может быть смешанный. Смотрим, что здесь. Лучок сверху. То есть предполагается, вот булочка свеженькая или тост. Намазываем это дело, сверху лучок. Это не просто сырой, конечно, фарш, но он, в принципе, абсолютно сырой. Просто добавлены специальные специи. Вот свибель, мэтвурст, пожалуйста. Очень крутая штука, с пивом, рекомендую. Поэтому на все вопросы, которые мне когда-то задавали, и иногда, правда ли? Да, это абсолютная правда. Вот стопроцентное говяжье мясо, фарш, шикарно. Мажем на булочку, все готово, специи очень хорошие, все цивилизовано. Лучок, вот как здесь это изображено, и полный вперед. Так что в Германии едят сырой фарш, ребята, и рекомендую всем. Спасибо за внимание.